Здесь находились нацбат на территории этой больницы. Я предполагаю, что в основе своей здесь пациенты, которые находились в хирургическом отделении вот этого корпуса. И всех пациентов, ну они все мертвые, понятно, повыкидывали либо с окон, либо здесь пытались как-то каким-то образом складировать, то есть повыкидывали. Есть пациенты, которые умершие, видимо, из морга, но есть со следами насильственной смерти, то есть пулевые ранения,